Ну все, наша тусовка закончилась, детка. Прибралась я в комнате. Алиса спит. И так как у нас что-то вкусно в холодильнике, и на вечер хочется чего-нибудь вкусного приготовить, купить и не готовить, вот чего хочется. Поэтому я собираюсь на рынок, на Ватбун, на наш тайский рынок. И пока Лиска спит, быстро съезжу, что-нибудь куплю, ну и покажу вам, что я купила. Какая у нас реклама в общественном транспорте? Best Lady Boy Show. No Cover Church. Я не знаю, что такое church. No Cover — это не закрыто, и я боюсь представить, что такое church. На одной из авеню целая. Ну и на фотке, соответственно, вот эти все дамы, это эти все не дамы. Это парни. Дима полюбил вот такой вот острый фаршик. Все по 30 бат, короче. Попробую вот такой вот. Так выглядит тайский авокадо. Наверное, возьму какой-нибудь помягче. Клубнику стали продавать. Вообще безвкусная клубника. Авокадо получился на 12 бат. В общем, покупаешь курицу на базаре. И вот здесь вот есть такая водичка с лимоном, где ты можешь руки сполоснуть после общения с курицей. Рыба еще дышит. Купила еще вот такой гриб, водоросль, не знаю, что это точно, в китайских, корейских салатах у нас продается, орешник называется. Смотрите, крабовые части. Взяла вот такую рыбу. Говорит, она очень ценится в Таиланде, морская, и всего 180 бат за килограмм, хотя в Тайскалутусе она продается за 310. Вечер, мы готовим праздничный ужин для нас с Димой, скоро уже Алиса сядет спать. Вот, и готовлю рыбу на пару. Вот она, наша рыбка морская. На видео подпишу название ее. Вот. Все закрываем с лемонграссом и кефиром, листьями кефира лайма. Вот у нас здесь сегодня такой легкий ужин под названием «Дары моря». Сейчас еще салаты подоспеют. Вот, кстати, один уже готов. Это стир-фрай стручковых фасолей в устричном соусе. Перцем. Чеснок я не стала сюда добавлять, чеснок будет во втором салате. Вот она, прекрасная рыбешка, приготовленная на пару. И Дима ходил с 7-Eleven за хлебом и захватил еще том-ям. Клейкий рис темный и острые вот такие ракушки. В общем, вкусно очень будет, экзотично. Впрочем, как всегда в Таиланде. Все, наш сегодняшний праздничный стол окончательно готов. Здесь появились лучок, базилик, лимон для рыбы, салат из проростков соевых и напитки. Дима пьет вот такое пиво Чанг Лайт. Он его все время покупает. Синка. Это пиво ему больше всего нравится из всех представленных местных пив. И вот, пожалуйста, сок яблочный. В общем, мы приступим к поглощению всех этих вкусностей и будем смотреть фильм под названием «Продавец». Это какая-то комедия. Дима ее где-то нашел на просторах интернета. Напишу в комментариях, понравилась она нам или нет. Спасибо за просмотр. Это был наш
праздничный ужин и то, как мы его покупали. Увидимся в следующих сериях. Пока-пока!